Нового ректора выберут в Алтайском государственном университете. Старт предвыборной гонки дало Министерство образования и науки России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Свое намерение баллотироваться в ректоры классического вуза выразили два кандидата. Завкафедрой археологии профессор Алексей Тишкин и временно исполняющий обязанности ректора Сергей Бочаров. Прием документов от кандидатов на должность руководителя опорного вуза начнется в начале апреля. Аттестация претендентов пройдет с 15 по 19 апреля. В мае они пройдут собеседование в Москве. А уже к концу учебного года новый ректор должен вступить в должность.